Вот. Ехал, остановился. Хорошо, что остановился. Обратите внимание, кто живет в моторе? Сейчас похолодало, и братья наши меньшие лезут в движки, блин. Обращайте внимание, чтобы не расчавучить и не травмировать животное. Блин, как хорошо, что он там нигде никуда не попал. Вылазь давай оттуда. Иди сюда. Блин. Перепуганный, да? Ну тоже. Давай, 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 давай. Вылазь. Нечего там сидеть. От дурко. Ну ты, блин. Идиотище. Срался, блин. Да хорошо, что все хорошо закончилось. Могло бы где-то заживать. Мог бы выпасть на ходу. Расчевучился бы. Дурачок. Полкилометра проехал. Давай, давай, давай. Знаешь, куда вылазить. Путешественник, елки-палки. Жив здоров. Чудо в юдо. Так что обращайте внимание на вот таких вот. Это назад пошел. Блин, ну ты что с ним теперь делать? Я его привез обратно. Я уже с 7-го микрорайона доехал до Ласточки и привез вот его к теплотрассе обратно на 7-й, к 45А. А он ходит, смотрит на меня. Блин, не надо на меня смотреть так. У меня двое таких. Твою ж мать, а.